который я посвятил своему отцу и настоящим мужикам. Вот я посвящаю сегодня всем настоящим мужчинам России. Поехали! Давай помолчим, за настоящих выпьем мы мужчин. Давай, наливай. Ты что, не видишь рюмки? Край! Давай помолчим, таких у нас немало есть мужчин. Давай, наливай. За них и можно через край. Мужчина настоящий — это волк, опорой мы для женщин его долг. Умеет он всегда ответ держать и за себя, за близких постоять. Вот так и наши деды и отцы, защитники, солдаты и бойцы, вот так ушли, превозмогая боль, чтобы Россию защитить собой. Давай помолчим и вспомним настоящих мы мужчин. Давай, наливай. Ты что, не видишь рюмки край? Давай помолчим, за всех ушедших выпьем мы мужчин. Давай, наливай, за тот победный 45-й май. Вгрызались в нашу землю мужики, но в цели шли, хоть жизнь брала в тиски. Им покорялись горы и моря, рвались вперед, срывая якоря. Нам говорят, мужик уже не тот, поверьте, он за вас на смерть пойдет. Они надежда, гордость всей страны, и наши женщины в таких и влюблены. Давай помолчим, за настоящих выпьем мы мужчин. Давай, наливай. Ты что, не видишь рюмки в край? Давай помолчим, таких у нас немало есть мужчин. Давай, наливай. За них и нужно через край. Давай, наливай, за них и можно через край, за них и можно через край, за них и можно через край, за них и можно через край.